В рамках епархиального этапа 24-х международных рождественских образовательных чтений под названием «Традиции, инновации, культура, общество, личность» в парламенте Карачаева-Черкесии прошла встреча архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта с депутатским корпусом во главе со спикером Александром Ивановым. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти республики, духовенства, научного сообщества, общественности и журналисты. Религиозные объединения и власть всех уровней в Карачаево-Черкесии регулярно ведут диалог, но в таком формате впервые. Это совместное заседание парламентариев КЧР с православными исламскими духовными лидерами в рамках 24-х международных открытых образовательных рождественских чтений «Традиция, инновации, культура, общество, личность». Источником проблем в обществе является не только политическая или экономическая составляющая. Источником этих проблем в первую очередь является духовно-нравственное состояние нашего народа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев подчеркнул важность встречи, особенно сейчас, когда в связи с событиями на Ближнем Востоке нагнетается обстановка в России, ее многонациональных регионах. Необходимо избавиться отечественников от неправильной трактовки политических событий. Есть люди, которым не нравится спокойствие на земле, и вот они хотят видеть в этом межрелигиозную войну. Вернее, они хотят, чтобы так было. На самом деле это же не так. Духовные лидеры и парламентарии собрались, чтобы объединить усилия в борьбе за молодежь, духовные ценности, межнациональную и межконфессиональную гармонию в регионе, подчеркнул председатель парламента Александр Иванов. Общий язык между церковью и властью республики найден давно. От имени святейшего патриарха архиепископ Феофилакт наградил спикера юбилейной медалью в честь тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира, мощи которого побывали летом в Карачаево-Черкесии. Иванов Александр Игоревич, председатель Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики, удостоен медалью Русской Православной Церкви в память тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира. Кирилл, патриарх Московский и все. Консолидация для сохранения мира и стабильности в республике продолжится. Речь шла о проведении под эгидой парламента Большого молодежного форума. Мы кулуарно также обсудили возможность Большого молодежного форума под эгидой парламента Народного собрания нашей республики, который мог бы стать дискуссионной площадкой, в том числе на вопрос современных ответов на современные вызовы. Мир и стабильность приходят и через просвещение. Министр образования республики рассказал о перспективах. На базе Свято-Сергиевской православной гимназии города Черкесска создается методический центр преподавателей основ православной культуры. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево, Черкесия.